кинул голкипер Динамо. Лаука заброс уже вперед. Здесь Чистяков немного упустил. Скавребов молодец, подстраховал. И вот неудачная ошибка. Вот. Так, и 1-0 у нас. Это череда вот ошибок. 11 номер, да? Темников, похоже, забивает. Не... Да, 11 номер, видите, Чистяков. Вот, и, не разобрались, Чистяков. Царикаев, а мы говорим. Да, вот такие небольшие ляпы. И Панченко он упустил. До этого был момент. И вот аж там пускается. Падающего. Вот так удар поворотом. Вот аналогичный гол. Он также забил Тоста. Вот я вам говорил. Зацепил мяч, нет? Дима присел. Движение по центру не могу понять. Ну вот, если вы смотрите нашу трансляцию, ну, да, то ладно, посмотрите. Да, у нас нет, было бы интересно посмотреть из-за ворот как, но я честно скажу, что на самом деле, ну не что Белов корпусом прикрыл, прострел. Хороший набег. И удар. Гол! Гол! Евсеев! Евсеев! Перед игрой забей, пожалуйста. Вот, а это Сиротов оказался, извиняюсь. Влад. Ну, отметил свое 25-летие, которое недавно было таким забитым мячом. Отличная передача, прострел и красивейший мяч. Молодец. Вот. Ворвался, вбежал только так. Только так. Ворвался, вбежал, опередил защитника. Супер. Головой кивнул в дальний угол. Молодец. И девяточку. Молодчина. Ну вот. От Белова и набегающий Сиротов подставил гол и говорит быстрее, быстрее. Естественно. Итак, забегание. Поперли наши. Удар! Земсков, да! Михаил! Ну что ж, смогли, забили два мяча. А? Красота! Кричим, поддерживаем, надо третий гол. Не верят, многие не верят. Орут, я такого не видел давно. Что мы говорили, на каждый десятый там должны были забивать. Да. Получается пока, нет? Практически. Чуть больше паузы. Ну давай, 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 ребятки, продолжим в том же духе. Молодцы по стадиону. Динамовцы немножко притихли, болельщики. А вот та, что сейчас пошла, уже он шарфами подбадривает вовсю. Молодцы, ребята. Ударять. Да что ж такое-то? Господи, Панченко. Что сегодня такое? Я не знаю. Дима, по центру. Мяч, по-моему, перелетел, да, у нас? Ну, как 3-2 уже повели футболисты Динамо. Ну, что делать? Ну, да. Ну, прям под рукой и прошил практически в него. Тут подпрыгнул, да, что ли? Ну, под не стенкой. Знаю, очень рядом, но да не под стенкой. Ладно, ну что, не, но... не будет.